Когда он решительно направляется к трибуне сессии, зал мгновенно затихает. В свои 36 лет он прирожденный лидер, организатор, политик и одновременно очень мягкий, сердечный человек. Принял завязший в долгах совхоз, а через 2 года получил прибыль в 2 миллиона рублей. У нас сейчас в Беларуси все прекрасно. Значит, это был правильный этап. Стали самостоятельной страной, независимой, благополучной. Все развивается, вышло столько учебных заведений, дети трудятся, все довольны, все счастливы. Выбор правильный. Люди приезжают в Беларусь и сразу видят разницу. Порядок, спокойствие, благополучие, мир. Если сравнивать со странами, которые по численности, по территории, по почти ненаделенности природными ресурсами сопоставимы с нами, вот за те 30 лет, которые у нас есть, мы сделали огромный шаг вперед. И с таким сильным лидером, как у нас, мы в Беларуси счастливые люди. 20 июля, 30 лет назад, принес присягу первый президент независимой Беларуси Александр Лукашенко. Как изменилась наша жизнь с тех пор? И в чем он, феномен Лукашенко? Здравствуйте, меня зовут Мария Ворохулина, это «Прямой разговор».